Привет, ребята. Пришла очередная посылка мне от китайцев. На этот раз я заказывал ратлины. Все они такие небольшенькие, достаточно скромных размерчиков. Вот такие вот. Так, вот эти вот, все три, вот эти, это, скажем так, они одинаковые. То есть это из одной серии. Одинакового размера, только разные раскраски. Размер одинаковый, вес, соответственно, тоже одинаковый. Вот эти из другой серии, у них другой вес, они потяжелее, что странно, потому что они размером меньше. И у них, как видите, такая вот оригинальная перламутровая переливающаяся раскраска. Там внутри, скорее всего, какая-то фольга стоит. Вот. Один беленький, другой такой под карасика. Желтовато-зеленоватый. Так. По игре я вам ничего не скажу, потому что это ратлины. Их, чтобы завести, им нужно какой-то дать разгон небольшой. А в ванной, сами понимаете, там разгон взять не получится. Ну и глубина, соответственно, им тоже определенная требуется, чтобы завестись. Они все тонущие. Ну, как они играют, не как конкретно эти играют, а вообще игру Ратлина вы сможете посмотреть в другом ролике, я его выложу чуть подальше. Это не мое видео, это я у Щербаковых, у братьев взял, чтобы их представление имели, а как они играют, кто не знает. Ну, я вам могу на пальцах показать, то есть у него такая вот амплитуда игры, такая вот, он вот так вот брыляется, быстро-быстро. А когда делаешь паузу, он начинает с покачиваниями вот так вот тонуть. То есть весьма активная приманка такая, летом должна хорошо себя. Я ни разу, честно говоря, не ловил на ратлины, поэтому не могу сказать, что он ловит или не ловит, но судя по видео, что вполне успешно люди на него рыбачат. Как бы отзывы достаточно хорошие. Я вот конкретно на эти приманки вам оставлю ссылки. Две ссылочки на крупные, вот на эти маленькие. Там расцветок разных много. Посмотрите, может, заинтересуетесь, тоже приобретете. Достаточно они недорогие, что-то, по-моему, 50 рублей за штуку плюс доставка. Ну, то есть, если даже сравнивать с нашими ценами в магазинах, это копейки, потому что у нас они там, начиная, по-моему, от 200 рублей за штуку продаются, и то не такие. Вот чем мне нравится, кстати, вот это AliExpress сайт китайский, да, тем, что у них очень большой выбор всего. То есть, то, как бы, по ценам можно найти, да, примерно что-то одинаковое у нас в магазинах, но по ассортименту у них, конечно, побогаче. Побогаче ассортимент, то есть, можно найти то, что у нас не продают. Так, ну вот, что еще по ним. Да, в принципе, ничего, крючки достаточно острые, тройники были упакованы в такие пластиковые трубочки. Вот это гемор, конечно, потому что каждую трубочку приходилось срезать. Но, видимо, продавец позаботился о том, чтобы не было каких-то производственных травм, чтобы никто в суд на него не подал, что там палец себе проткнул. Ну вот, они все с погремушками. Тут очень гремучие, вот эти крупные, они гремучие. И когда при проводке на видео видите, там, ну, оно без звука, да, у меня без звука видео, потому что у меня что-то со звуком там не лады. Но не важно, то есть при проводке они будут погромыхивать вот так вот. Не знаю, рыбе это влияет, не влияет, мне так кажется, что нет. Но не важно. В общем, вот, вот такие вот приманки достаточно прикольные, они, видите, я взял все вот такой расцветки натуральной, только вот один кислотник взял для какой-нибудь темной воды или пасмурной погоды. Пусть будет. В общем, придет лето, будем их тестировать, посмотрим. Так, мне еще там один обзорчик готовится на силиконовые слаги, тоже из Китая. Как бы я уже делал обзор, но, в принципе, могу еще разок снять, чтобы посмотрели, тоже оставить ссылку на них. Так что вот, кому интересно, проходите, покупайте, и будет вам счастье великое. Все, как бы, пока.